Привет всем. Вечер на огороде. День. Стояла такая очень жаркая погода. Сейчас под вечер хотя бы солнышко скрылось. В маске, потому что пчелы сегодня очень так сильно летали. И все равно некоторые нападают. На штуки 2-3 привязывались, а когда укусят, тоже неохота потом. Все равно оно хоть даже и не распухнет, если, но болит. То место укуса, но тем более за лицо здесь мягкие ткани могут укусить и будет прилично так болеть. А если за ногу там укусит, там за руку, это, конечно, ничего страшного. А лицо вот так приходится иногда спасать. Если вдруг нападают, то сразу раз ее накидываешь, и как бы они, ну, как-то не кусают тогда. Либо даже если укусит за руку, ничего страшного. Полю, соответственно, огород, убираю вот эти все сорняки, которые понаросли за все время дождей. Прям быстро зарастает все сорняком, не успеваешь просто пропалывать. Поэтому сейчас покажу вам, как красиво сейчас на огороде все цветет. Вот с тяпочкой. И надо вот эти рядки хотя бы вот так вот продолбить, чтобы меньше было сорняка. Он, конечно, еще вырастет, но все равно. Укроп в этом году низкий такой вот, а картошка вообще, конечно, прекрасно цветет. Безветренно, вечер такой вот. Такая вот красотища сейчас. Так вот надо все пропалывать. Здесь только травы. Ну и здесь вот такая чистота теперь. Чистота и порядок, в общем. Все складываю в кучу. Ну, потом, соответственно, уберется вот это все. Главное, чтобы здесь все вот было чисто. Потому что все равно сорняк, когда это, он затягивает всю березку, она плетется и на грядке, поэтому вот эти междурядья, их надо тоже пропалывать. Такая вот погода сегодня вообще отличная. Земляника. Только она зацветать начинает. Только-только кустики зацветают. И цветоносы вот пошли. Такие вот большие, крепкие, хорошие. Тоже вот еще один. Будет вся цвести она. Такой вот огород. Большой. Поэтому работы, конечно, всегда хватает. Ну вот, стало почище. Травка здесь срублена, подсохнет. Земляника цветет. Усы лишние сегодня все были убраны. Оставили только вот некоторые, которые кустики размножить надо. Дождик небольшой накрапывает. Так, флоксы цветут. Такая вот погода у нас. Тепло, небольшой дождик. В принципе, безветренно. Очень хорошо. И там дальше тоже каждый день тепло. Небольшие дождики, а так погода должна нас радовать. Такая петуния. И вот так вот распустилась бегония. Красная. Должна она быть махровой, но вот так вот цветет. Тоже симпатично. Две другие пока не цветут. Только начинают распускаться. Но все они стоят в теплице. Пчелок на ночь. Немного прикрываем литок. Оставляем где-то вот так вот. Настежь. Открытыми на ночь не оставляем. Здесь так вот гудят. Нанесли нектара. Примерно вот так вот оставим. А снизу пускай весь открытый. Рой тоже вот к
который посадили, хорошо, он, в принципе, работает, гудит. Ну и вот такие вот яблочки висят. Подрастают они все больше и больше. Там тоже на ветках. И на этой яблоньке тоже яблочки. Так вот проходишь мимо по дорожке, и столько яблочек. Дельфиниум цветет. Немножко он подзавалился. Так вот наклонился. Здесь на заходе тоже цветут. Шмель гудит. И ранеток мелких тоже много.